Вроде работает, я не знаю, если не работа, будет плохо, но я могу переиграть какую-нибудь главу. Короче, всем привет, с вами Спанч Боб. Сегодня продолжаем играть в Wolfenstein, но давайте уже приступим. Тут всем уже не терпится, мне уже не терпится так поиграть, давайте дальше. Я даже не знаю, я тут ничего не могу сказать, вот что я могу, например, сказать? Я не знаю, когда выйдет Doom 4, я думаю, что потом Bethesda собирается, я думаю, сделать Doom 4 тоже, Doom 3 вроде бы, ну да. А Doom 4 собирается сделать, поэтому я не знаю, когда бетка выйдет. Ну, как видимо, они сначала решили начать с Wolfenstein. Теперь я должен еще раз проверить, точно снимает ли у меня игра, и тогда мы сможем нормально, без никакой проблемы, продолжать играть. Да. Продолжаем. Так, блин, эти лаги меня очень расстраивают, потому что компьютер у меня не то чтобы самый такой плохой, блин, он не то чтобы очень хорош, но не то чтобы вообще, блин, он просто не то что, он почти новый этот компьютер, поэтому... Не знаю, как эта игра оптимизирована очень странно на моей компьютере. Почему никто? Они не заслуживают такой смерти, разумеется. Нет? Признаюсь, убил его еще более жестоко, чем они вот этих убили. Я так не кажется? Нет. Хотя не знаю. Может просто... Это вопрос самозащита как бы. И поэтому это ни в коем случае неплохо было, потому что это... Ну, это плохо, конечно, блин. Либо он, либо ты, поэтому выбора другого не было. Ой. Блин, у меня только один нож, к сожалению. Да что за стей там был? А-а-а! Настрятил, а теперь где-то снова. Блин, я ничего не вижу, что это за игра-то? А, ладно. Да что-то сейчас было. А, я залагал так еще, блин. Что-то сейчас вообще было. Как же так играть? Так вообще не так хорошо. Играть эту игру. Если это на тупе прохождение немножко. Такая вообще, блин, все быстренько проходит, их никто нифига не убивает. Что это за. Бред, эта игра сложнее, чем на ютубе. Это, конечно же, она сложнее. Я могу убирать стей. А, я могу взять нож. Ой-ой-ой. Отойдем. Это нехорошо. Блин, потому что такие проблемы с моим зрением. Это очень сложно. Ой, блин, что я сделал? Блин, что? Тут нет у нас никакого пока что ушите. Ну ладно. Попробуем убить постался. Особо нас выбирает. Но если нас обнаружит, то у нас это вообще очень быстро обнаружает. Даже не показывает индикатор обнаружения, что у меня очень бист. У Дишонерки тоже так же вроде... Ну как, там есть какой-то индикатор, но не очень хороший. Два автомата. Два автомата лучше, чем один автомат. Хотя бы их не отписала, но... Если эти там сразу какие-то пары парней идут, то это довольно-таки лучше. Бывает мне автомат Калашникова. Я не знаю, что больше похож на автомат Калашникова. Кого-то тут есть, мы хотя бы, может, и умрем, но мы хотя бы узнаем. Ну, я собираюсь, наверное, попробовать убить всех. Не знаю, смогу убить всех капитанов. Я думаю, что хотя бы как минимум уже одного пропустил. Как максимум два. А возможно и больше. Один капитан. Он не сможет из подкрепления, он нужен подкрепление. Тут никого нет, и я откуда знаю. Он может обернуться в любую секунду, но мы успеем его убить, и как бы там не было. Он... Ну... Да что с тобой такое, не пугай меня, это уже какая-то страшилка уж, извините. Так, ну теперь он хотя бы не вызовет еще больше людей, но он как бы вызовет, там другой может... Ой, я могу посмотреть модель офицера. Ну, теперь у нас будет меньше врагов, в любом случае, ну да, и походим немножко. Да, у нас нет права ходить, потому что у нас может быть будет секунду кто-то. Нехороший. Нехороший. Уа-уа, еще один.
Жалко, что не могу взять и глушить. Как мне здесь глушить? Настройках там не могут мне сказать вообще. Управление, настройки клавиш. Управление. Сет. Огонь, прицел. Тут нет ничего такого смиренно. Атаки право оружия. Ну тоже бы были, когда допустим, одеть глушитель. Ну, такого нет. Ну, надо, ну ладно. Не могу что-то сделать. Почему? Странно. В большой мере это очень странно. Потому что я беру мой кухонный ножик. Возможно, могу все просто докинуть до него. Ножик, потому что, возможно, меня может заметить. Но у меня есть только один шанс. Я прямо в подмышку, блин, так попал. При таком, блин, через подмышку пролетело, это было немного странно. А вы видите, прям вообще сюда пролетело. У меня обстрелы. Откуда? Откуда? Откуда меня обстреливают? А, блин, может... Что-то такое не стреляет, куда мне вообще идти нужно? Мап. Да, вообще не так. Вот есть что-то. Так, ладно. Должно быть, по крайней мере, там. У меня уже 60 хп, у меня... А, возможно, не... А, не важно. Вот. Хотя это взорваем. Да, появилось больше нет. Я уже забыл, как это взорвается все. Нужно было очень долго у него пробыть, да? Да. Что у нас с вами получаем? Мы получаем... О, фигурку! Вот бы такая фигурка бы... А, хотя нет, она не такая, как я. А, это улучшение брони. Аха. Что это у нас такое? Ладно. Я поняла, нас уже выйти. Все. Вообще, на Uber играю, это они слишком быстро умирают. Я не могу ничего сказать, но да, да, на Uber. Ну, хотя, возможно, это зависит не от этого. Хорошо, куда мы пойдем? Пойдем на секретку и пойдем нам, ну, мы думаем. А то вообще можно попасть на ту секретку? Сейчас давайте просто проедем быстренько. Так. Одно слово. Нет, сестры. Они такие сволочи. А куда нужно идти? Не, точнее, не нужно, а можно пойти. Мы можем пойти сюда, может. Нет, мы не можем пойти сюда. Но было бы на какой-нибудь фонтанчик, мы могли попасть. Ой, это было настолько плохо. Я жив. Я жив! Куда я попал? Я не хотел сюда идти. Если быть немного честным. Ты бой там меня обстреливать. Не вообще снимай, я такой не знаю. Ну даже если не снимаю. Блин, игра взял, убрал мой фрапс, поэтому не знаю, снимай. Ага. 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 Что это все значит? Объяснить мне. Объяснить. Что это все значит? И как мне попасть сюда? Что это такое? Тут нет никакой секретки, мне игра обманула. А конечно, тут должна быть какая-то секретка. Но, наверное, скорее всего, должен попасть наверх ради секретки, я не знаю. Это наша задача, типа. Да. Да, секретка находится здесь как-то, но... Блин. Это немного непонятно, да ладно. Может это гранаты, но снял гранат. Хорошо. Ну как скажете, я просто хотел получить какую-нибудь прикольную, что ли. Что это? Винтовка? Это боик. Но это не очень хорошее оружие. Так, чищу, они все издалека появятся. Ладно. Я нашел ничего, значит, потом ради. Я не знаю, а могу все через стекло расстрелять, и они могут меня. Скорее всего, наоборот, они могут меня. Блин, я что-то немножко не так начал палить огонь, как я хотел. Давай, высовывайся, я знаю, что там. Оп, такой, не попал, я такой, и сразу же убила.
Все, можем открыть. Все, надо быть предельно осторожным. 6 патронов. Кто у меня стреляет? Вот в таких ситуациях вы чаще всего умираете. Ну, не повезло. Никогда не знаешь, сколько у тебя выпрыгнет очередной фашист. Где? Где? Откуда? Что? Что это? Есть. Откуда он может выпрыгнуть? Откуда меня стреляют? Откуда? Где? Кто у меня стреляет? Откуда? Ой, 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 ой. Может, я на удар убить и себе близко подать к нему? Прикладом. Ой, что сейчас было? Птичка? Я точно вижу что-то. Ну, хотя бы что-то нашли. Это что у нас? Ничего. А это у нас птичка. И вообще в этой игре прикольно реализовано все. Это такая реалистичная вообще кровь. Я вообще все реалистично довольно-таки в этой игре. Что-то эти пятна, блин, странные. А хотя игра на низких настройках и для низких настроек, это довольно-таки неплохо. Если не считать. Ничего не считать. Хорошо, пойдем. Я снимаю, я не снимаю. Сейчас я пойду. Все нормально, так я попал фашист пока тут. Я проверял. Ну, его немного пропусти. Ну, за то, что у меня напал, пока я просмотрю видео, он. Блин, а я вот не очень, то что я не скульптур. Это круто, нереалистично, когда бьешь именно ножом. Ну, фиг его знает. Может, пропадает вроде бы. А может быть и нет. Да, он пропадает. Ну, это не очень реалистично выглядит, когда ножом бьешь. Ну, хотя игра на низких настройках. А теперь, похоже, будто он сделан из металла. И у нас тут плевать. Ну, это что здесь? Хотя он там броня, я вижу. Хорошо, не будем тратить по пусту патроны, но вообще пригодятся. Ну, опачка, он так легенько, блин, нажал. Либо отсюда Аня. Ах, окей, я кого-то видел, это, конечно, не круто. И еще кого-то. 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 Давай. Давай. Come on. What you gonna do? What you gonna do? I'm gonna buy what I'm gonna do. Окей. Ну, кончаются патроны. Ой-ой-ой, резко там появился. Ничего. Еще один. Целых два. Целых два. Прикиньте, их целых два. Так, остался один. Скорее всего, один. Я не могу сказать точно, что ты один. Он там справился, мы тоже спрячемся. Мы умные. Давай, уходи, я знаю, что там. Давай, ну я ж не поведусь. А вот и где мы. Давай пробуем, потому что не вылезал. Что с тебя дольше? О, а это прикольно выглядит, вот так, реалистично. Ну хотя, как пуля могла так сделать? Ну хотя, не знаю. Возможно, какие-то убер крутые пули, возможно, просто несколько раз я выстрелил. Ну, смотрите, как странно. Ладно, не важно, это, блин, оружие, блин, фашистов, оно все какое может быть угодно. Но почему именно? Так, я не знаю, какого фига я должен знать? Какого фига сам себя это спрашиваю, я не знаю. Тут должно быть какая-то штука. Должна быть какая-то штука. Ну тут, так, секунда. Это меня уже начинает напрягать. Где я? Это не то, куда я хотел идти. Что-то вообще за такая карта такая непонятная. Что это вообще за места такие? Она находится. Где она находится вообще это место? Я не понимаю, что это за бред. Такая карта. Мне придется смотреть YouTube, если я хочу все понять полностью. Ладно, потом смотрю YouTube. Какой у нас смотрите. И посмотрю, как это здесь находится, потому что. Блин, что это за карта такая? Ну я пока сюда я блин, вам не нужно сейчас не туда, если я ничего не понял за это. Я уже был здесь. Побуду еще раз. Ну, поиграю. Я думаю, что на YouTube еще запишу другой Wolfenstein, который вышел раньше, чем этот. Он похож на кого-то, знаете, поэтому я не понимаю. Убийца, убийца, заткни пасть. Эй. Ну, нет, гранат никаких. Я уже первый сразу заметил. И сразу же пополняю у меня кошары. Это как Рэмбо, понимаешь, что они Рэмбо. Я как Рэмбо. Понимаешь, что не Рэмбо, это включает ключ-мики мигранты, понимаешь, что? Что ему не повезло?
ему пиздец. Вот они от этого расстреливают. Он не умирает от пару выстрелов, потом я его убиваю все-таки. Потом я беру всего лишь один автомат, потому что это будет лучше. Будет намного легче. Вообще бы не стоит куда-то в воздух, вот сюда куда. Да, он в воздух вообще стреляет куда-то сюда. Смысл? Вообще. Это еще не все. Должен подобрать патроны. А когда так хожу, блин, будет все нормально. Но я слышу, что они еще где-то здесь. Логично, что где-то здесь, конечно. Окей, это все. Это все? Нет, это не все. Это не все! Давай, выходи, выходи. О-о-о. Ну все, хотите пукайка, чего добиться? А, быстрая, это серьезно. Тут камикадзе, что ли? Я не знаю, что такое. Но она пукалка. Только у меня патроны все мои сняла. И печать мне. Ой-ой-ой. Как не стреляешь? Не один. Там еще один. Да что он так справился, что у меня пиздец делать нельзя? Как у меня собирать пиздец? Хорошо. Хорошо. Все же нехорошо. Ну, как? Как не прицельство? Вообще, так прицельство немножко неудобно. Ну, когда ты не играешь на увере, когда ты играешь на компьютере, то таки, наверное, удобно сейчас. Когда ты играешь на таком... Да что ты еще этих своих чуваков меня насылает? Да я не могу их прицелить даже. Как ты игре целиться? Не, я знаю, какой ты игре целиться, но как, блин, в этой игре нормально попасть куда-то? Почему он такой сильный, этот робот? Это пукалка какая-то. И все. Ты же знаешь, кто такой я. Не знаю. Справляйтесь с этим. Так они умерли, я их даже не убивал. Вот, я знал, что они умерли. Что, мне уже сказали пойти к Ане. Мне жить быстрее. Я знал, что я их не убил. Я же умный. Блин, всего 16 патронов-то немного мало, мне кажется. Значит, так мало патронов, капец, ладно. Покинуть уровень. Тут нечего делать, в принципе. Я могу, конечно, вернуться там, обыскать весь уровень, но мне это не хочется делать, по крайней мере, не сейчас. Я снимаю. Скорее всего, я снимаю. Ну, давайте уезжаем отсюда. Будет кто-нибудь отстрел на машине, нет? Не уверен, что мы вообще будем это убрать. Я надеюсь, что тут будет какой-то обстрел. Ну, то есть. Кто у нас обстреливает? Давай, делай что-нибудь. Когда еще? Но мы сейчас забьем, кажется. Чего ты кричишь так, блин? Да! Ничего не поможет. Все, просто выкидываем его. Мой солдат! Бласкович. Он говорит, разве по-польски? Он не говорит по-польски. Она не говорила по-польски. Там я буду отстреливаться, он так бы встал такую позу, будто можно будет отстреливаться. Нет, нельзя. Да, скорее всего, нельзя. Я типа дедушка и бабушка. Что такое? Что-то не так? Чего ты так боишься? Думаешь, там кто-то есть? Давай проверим. О, привет, чувак! Най-най! И так и получил вообще лицо, так получил. И она такой же стала кровавой нелась, как у дядьки. Вообще, она так... Ты... Так еще так пинает, так вообще так... Вообще так легонечко так бьет его, блин, пинает вообще так рукой. Ну это же так странно.
It's 1960. Yes. They've stayed with us for 14 years. It's 1960. Это не круто. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. Война кончилась? Нам ничего не мешает продолжать сражаться. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? Погибли. USA. А Вайетт? Он сейчас сдох. Сдались, но я не могу не сдаться. По крайней мере, люди, которыми я был, они не могли сдались. Что? Какой бум? Какой бум еще? А, атомная бомба. 12 лет, нет. Все забросили ночью. Откуда они... А, хотя это нормально, то, что атомная бомба. Тогда мы будем сопротивлением. Чего бы и нет? Чего бы и нет? Но я остался еще. Мы так мы их освободим из плена. Такая мелодия. Я музыку почти все отключил, да ладно. Я не хочу, мне не нравится такая одежда. Но если будем пытаться, пытать его. А он нафиг одинаково одевается за самого генерала Штрассе. Генерал Штрассе. Вы представляете, что вас ждет, если вы не отпустите меня? Нет смысла меня удерживать. Отправляйтесь, не сходитесь к вам, медсестре и родным, если вы меня отпустите. Даю вам там слово. Значит, ну давайте, я тебе дам тоже слово, например, кого тебе могу дать слово? Я тебе могу дать канистру, и потом тебе поджечь, и что я могу еще сделать? О, что это такое? Слушай, сейчас маньяком из Малавеси, Малавеси, вы смотрите, блин, я так говорю, говори так. В таком севере, не знаю. Прошу уже подтверждать. Да, они вообще не видны. Хотя да, на его не видно, я не уверен, но... Не знаю. Мне кажется, это... Я не уверен, что они не видны, но хотя фиг узнает. Ну, это... Хорошо, что его не нашли. Чья машина? Это их машина, скорее всего. Что у нас здесь есть? Мы можем побаловаться немножко с лопатками, побить его по лопаткам. И молотком побить по ребрам. Что мы еще можем взять? О, бензопила, как раз самая лучшая, наверное. Защита от брызг. Чем тебе защита от... Ага, ты хочешь его убить, да? Что у нас тут находится? Очки. Я понимаю, ты есть проклятый псих. Я есть великий такой тварь, как ты. Да что ж ты не слушаешь, псих проклятый. Я тебе рассказать, почему тебя не слушают. Потому что ты, ну... который служит в Германии, и ты скоро ищешься своих пальцев. Понял? Что у нас тут находится? Я всегда справедлив, пожалуйста, переведи, как вы. Да, вообще справедливо. Да, вообще справедливо, взял всех перестрел, вообще справедливо. Вам же будет лучше, если вы меня освободите. Хорошо, я тебя освобожу тем, что я распилю тебя на части. Что это за письмо такое? Эй, дай мне посчитать. А, ладно, не важно. Ну что, ты готов к тому, что тебя разыгрывают на части? Давай. Прокатый свободный псих. Как ты это сделал? Что ты делаешь? Что я должен делать? Тыщ. На кого будет вообще такая битва обича? Тыщ. Как он освободился? Что это?
Как? Сын защитит дуло. Техасская резня, блин. Вот как она с тобой вся будет. Дам тебе один вопрос. Завершенный вопрос, это я потом тебе разыгрываю, понял? Не понравится, я открою тебе голову. Вот, вот эта штука, я так и знал. Значит так. Я надеюсь, что бойцы сопротивления. Я не понимаю, ты о чем вы? Нет никакого сопротивления. Нет никакого сопротивления. Не подумай, ты сюда заказываешь сопротивление. Найн, найн! Давай, ладно, спать, подожди, я тебе все скажу, это не фигня. Я скажу, все скажу. Что вы хотите знать? Пойди, пойди, меня, где они? Берлин. О, Берлин, тюрьма Айзенвайт. Но вам туда не пробраться. У нас повсюду посты. Фас ищут, фас ищут. Фас смысле свой. И очень скоро найдут, блин, что очень. Кто так будет на коленях? Готово. Прям кричать пангу пласты. Не готовы, короче, как я. Я не знаю, да, в принципе, красивее, чем. Вы не берегите. Да, конечно. Что ты мне сделаешь? Пухнешь в лицо? Добже, добже. Что значит, значит? Я не знаю. Ну, поехали, Берлин. Ау, е! Ну, давайте. Прикрестимся немного. Мне кажется, я не снимаю. Я серьезно говорю. Я могу поспорить, что я снимаю, да. А чем она поехала? Что она может сделать? Вообще, я не слышу боец, который здесь нужен. Тревога, тревога! Блин, мы так и делаем. А здесь меня за рука. Это моя рука. А это твоя рука. А это моя рука. А это твоя рука. А это моя рука. А это твоя рука. А это моя рука. А это твоя рука. Круто, не правда? Смотри, какая у меня крутая рука. Ну что, что будет, если не дам руку? Смотри, какая у меня крутая рука. Что если я буду долго ждать? Давай проверим. Я, скорее всего, застрею. А может быть, ничего и нифига и не будет. Я хочу подождать. Может, мне застреет. Я не знаю, я не уверен. Ещё обернулся, там все в порядке. Ладно, на этом я закончу с вами серию. С вами был Спанчи Боб, я играл в Фунштейн. Всем пока.